паникер. Смотри, а там, по-моему, на пульте есть этот демо-режим, сынок. Там есть демо-режим? Что это такое? Ну иди покажу. Ну иди покажу. Иди покажу. Смотри, на кнопочку нажимаешь. Ну, машина, в принципе, тут стоит. Давай, смотри. Показывает, что она может. Смотри-ка, ну это надо не трогать. Ну ладно, не показано, да? Давай я поближе, что ты так далеко там, блин. Ну, ты хотя бы управляй ее. Что, потерял? А потом ты говоришь, они не работают. Ай! Опа! Ты что, руль поворачивай, она будет по кругу, все. Ну ничего, правда. Где твоя гитара? Две таких гитары сложили. Две даже? Да. Все, покрепи. Ну потом. Ну давай, красиво проедь хоть. Ну что ты, руль поверни, газу дай. А она поместится? А зачем она будет туда заезжать? Ну надо, там где-то будет стоять. Ты ее просто, ты ее поставь вот так вот, если она вот здесь вот встанет по размеру, значит она оттуда ближе. Уже потом, значит, фуру зарядить. Открепи эту фуру. Фуру зарядить потом. Па, открепи фуру. Открепи. Надо что-то было на фуру батарейку. Как это? Ну как это? У нас такой нечего, где-то интересно. Может,
ты это делаешь? Не знаю, надо прицеп оставить. Не влезай! Не влезай, ты что ли говоришь? Поменьше выделим пока. Да, она там будет. Ну да, нам другой комплект колес поставить. Хорошо. Конечно, нам другие поставить. Он просто ездит. Не рисовал, а просто ездит. Ну что, накатался? Давай Мерседес тогда это. Ну, слушай, Мерседес мы поснимали потом. Давай завтра Мерседес поснимаем. Батарейки вставим туда, покажем, как он у нас ездит. Ну что ты, аккуратно мы сегодня поедем. Мастерски. Да, тяни мою машину, а то не сломала. Там пара валялась. Где пара? Где? Ничего не высердил. Это запасноложку. Это запасноложку. Понарошку? Да. Джух. Все готово. Едет. Ну как? Только потихоньку. Да ты что, ну давай попробуем. Ты так быстро много. Да. Дает покой, это пленка, да? Как красиво, да? Да, ей сложно управлять, она быстро. Да. Кады. Она не проникнется, она низкая, она спортивная. Ну давай, назад. Так, красиво. Защитная пленка. Вот посмотри. Ну, выключи. Выключи, давай, выключи машину. Вот смотри, пленка, видишь? Видишь, вот это ты поднимаешь. А пленка, вот я же тебе выдохнешь, ты потом уберем. Чуть-чуть подрастешь, а то уже начнешь нормально. Давай, я буду город защищать. Вот, как вошел, классно, поворот. Дрифт. Вот это крутится круто. Ну, давай, выруливай. Ну не балуйся, давай. Я верну на парковку. У тебя парковка там? Да. Ну давай. Сейчас, будем ударить. Почти. Ну что там? Заднюю включаем. О, молодец. Почти получилось.
и припарковался. Ох ты, какой ты шустрый! Ну давай, неси обратно. А то он уже грязный. Все, чистый. Ну давай, чуть-чуть опускаем. Что там такое? Да не надо, не надо, это пленка защитная, не снимай. Она ж ему не дает царапаться. Пусть еще рано. Потом подрастешь, потом снимешь. Когда научишь, это ж как раз специально. Пока ты научишься ездить, чтоб кузов не царапать. Ты же даже не видишь, куда ты рулишь. Рули нормально. Шустрая машина, конечно. Вот, молодец. Ну. Ух ты, как ты красиво зашел туда, а? Вот ты такой молодец. Какой, прям попал между. Давай помогу. Вот надо нам все свои игрушки поубирать отсюда. А твои газеты. Да, газеты твои. Давай. Почитай. Куда ты поехал? Почитай, что там написано. Ну потом, ну мы же играем. А ну почитай, пап. Не знаю, пустая бумажка, что там. Это моя. Не твоя. Это моя. Я тебя помню. Ну что мы тут, припаркованы. Куда ты поехал? Давай, выравнивай. Хорошо, вывести слюни на бутылку. Не подойду. А почему? Ну, потому что, чтобы ты не царапал ее. Ты же видишь, врезаешься везде. Потом, когда вырастешь, снимешь, она будет гладенькая, аккуратненькая, чистенькая. Классненькая. А пленка? Ну, а пленку потом снимешь. И она не приедет. Давай, говори пока, ребята. Пока, ребята. Ну, пока. Пока. Ну-ка, крутани напоследочек. Красиво. Давай. Куда едешь? А что ж ты врезаешься?